Все помнят мультик о Шреке, где в числе главных персонажей был пряничный человечек. Как же обрадуются дети, если вы сделаете выпечку по рецепту, как приготовить детское печенье с формочками. Готовим. Дети любят не только вкусную выпечку, но и красивую. Очень важно привлечь их внимание. Такое печенье можно сделать вместе с вашим малышом. Вы можете сделать печенье любой формы. Главное, чтобы она понравилась детям. Человечка можно украсить шоколадной или разноцветной глазурью, кондитерской посыпкой или разноцветными драже. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Сливочное масло 125 грамм, сахар 80 грамм, золотой сироп 100 миллилитров или жидкий мед, яйца 1 штука, мука 350 грамм, молотый имбирь 1 столовая ложка, сода 1 чайная ложка, разноцветные дрожжи по вкусу ММАПСС, количество порций 10-12. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!